о работе местных советов Могилевской области, об опыте решения проблем и инициативе, делах больших и малых, ответственности и конкретных людях. Программа «Обратная связь». В центре Климович к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне жители района установили памятник женщинам. Ведь на их долю в годы Лиховетья выпало немало испытаний. Об этом должны знать и помнить потомки. Идея принадлежала ветерану Илье Трофимовичу Федотенко. Фронтовик сейчас отдыхает в санатории. Белагропромбанком было принято решение провести акцию в поддержку ветеранов войны с оказаниями единовременной материальной помощи. Для нашего района была выделена одна материальная помощь, это Федотенко Илье Трофимовичу. Он эту премию отдал на строительство этого памятника и выступил с инициативой перед жителями города Климович о сборе средств для дальнейшего строительства памятника женщинам, климовчанкам, вдовам войны. Все откликнулись. Было собрано 45 миллионов денег, и 34 миллиона ушло на строительство этого памятника, а 10 миллионов еще мы установили два памятника в деревне Осмоловичи и Леонполье. Забота о ветеранах всегда в приоритете государства. В стране созданы все условия для достойной жизни ветеранов. Речь идет не только о социальных льготах и гарантиях, но и о каждодневном внимании и помощи конкретному человеку. Адаму Адамовичу Малаковичу 90 лет. Живет один, но одиноким себя не считает. Рядом с ним всегда молодежь. Школьники-волонтеры даже в летние каникулы навещают фронтовика. Мы сами соглашаемся на это, потому что мы сами хотим помогать людям. С ветеранами нам, настолько интересно работать, когда к ним приходишь, помочь что-нибудь убрать, покрасить забор. Потом сидишь с ним, разговариваешь. Очень доволен, конечно. Молодцы, я очень благодарен им. Все, чистота, кругом это их работа. Он в последнее время практически не видит, поэтому за ним надо уход постоянный. Вот я постоянно сюда приезжаю. Готовлю ему, убираем ему. Замечательный человек. Потому что жизнь прожил очень трудную, тяжелую. Я хочу выразить искреннюю благодарность руководству района, районному совету ветеранов за то внимание, которое они оказывают нам, ветеранам Великой Отечественной войны. В Климовичском районе из 140 деревень в 93 проживает до 30 жителей. Практически все пенсионного возраста. В такие населенные пункты приезжает информационно-социальный поезд «Забота». В непринужденной беседе сельчане решают ряд проблем, ведь в гости к ним приехали представители почти всех служб. Пожилым людям особо важна встреча с доктором. Померили давление, выписали мне рецепт, сделали укол. Как бы частей приезжали, хорошо, не надо ехать и в городу больницу, там стоять очередь. Нине Егоровне хоть и 90 лет, но на огороде работает днями. Бабушку привела к врачу соцработник. Общение здесь, как хорошие таблетки. Да вот плохо, что и курочек задержала, да вот лиса покрала, поела. Ну как же я буду одна сидеть? Так жаль меня все-таки занятия курочки. Я выйду с ними, поговорю. Вы знаете, всегда прилично люди. Меньше 20 человек не бывает. Люди идут со своими жалобами обычно. Очень хорошо, что нас посещают, и мне проще, потому что здесь я могу к кому-то подойти, конкретно надо вам это, нет. Может, у кого-то вчера этой проблемы не было, а сегодня она появилась. Это деревня Семеновка. В ней всего 7 жителей. Дом фронтовика Ильи Филипповича Моисеенко считается домом социальных услуг, то есть местом, где собираются все сельчане. Было концерты ставили, сюда привозили. Они все собираются сюда к нам. А сейчас смотрю, у вас тут школьники работают, да? Забор красят? Да, помогают школьники. И вон, наверное, дров им на этой нарезали, накололи, и они уже будут это носить нам. Помогать. Илья Филиппович хоть и в возрасте, но выполняет обязанности старосты деревни. При каких спорах, так и здесь что-то забудь.
А теперь я вдруг то никуда не хожу, уже ноги не хочу ходить. Ну, к вам, как, да, но к вам авторитетно обращаются. А вы в сельский совет потом звоните? Ну да, да. Сельский совет бывает часто меня наведывается. На следующий год Илье Филипповичу исполнится 90 лет. Если где-то у кого какие вопросы, значит, через Илья Филипповича. Вот, он сообщает мне, замдиректора по идеологии хозяйства. Ну, приезжаем, помогаем, что можем. В Климовичском районе 18 деревень, где живут только пенсионеры. К таким особый подход. Это надо принести воды, надо ей приготовить дрова и создать условия для комфортной жизни этих людей. И поэтому у нас комплексно проводится эта работа, это и обследование этой категории людей. Мы смотрим во время обследования и состояние жилья и состояние электропровода, типичного отопления, кроме этого поезда заботы. Каждый у нас ФАП, амбулатория закреплены за каждым населенным пунктом, и регулярно выезжают медицинские работники, работники культуры, автоклуб работает. Работают, может, люди уже преклонного возраста заказать и в библиотеке литературу может принести на дом для пожилых людей. Это красивое здание в деревне Борисовичи было базовой школой, но для 15 детей содержать ее стало нецелесообразно. Их теперь возят в соседнюю школу, а здесь поселили пенсионеров, у которых нет ни родных, ни близких. На сегодняшний день здесь проживает 39 человек. Здание это рассчитано на 45 коек. Вот. В штатном расписании здесь 22 технических работника. Среди постояльцев два ветерана Великой Отечественной войны. Слабым и одиноким людям оказывают должный уход. Спонсоры помогли с хорошей мебелью. Многие пенсионеры взяли с собой памятные вещи, которые нашли место в маленьком музее. Как, к примеру, этот ковер, вышитый крестиком. Мы стараемся приблизиться действительно к домашним условиям, чтобы люди получили заботу, чтобы у людей был какой-то комфорт, чтобы они не чувствовали себя оторванными от общества. Мы проводим трудовую реабилитацию, они могут чем-то заниматься. У нас работает два кружка, у нас работает два клуба. Много людей читает, но сколько? 20 человек я обслуживаю из них. Значит, классику читают, детективные романы. Здесь и хозяйство небольшое, и огород, где пожилые люди выращивают традиционные овощи. Есть даже баня. Одним словом, все как дома, и главное, эти люди теперь не одинокие. Особое почтение Золотому фонду ветеранов, фронтовикам. На этой памятной доске, выпущенной к 70-летию Победы, 32 фамилии. Четверо, к сожалению, ушли из жизни. Самому молодому ветерану войны 90 лет. У нас таких осталось 28 человек, ветеранов Великой Отечественной войны. Но я вам скажу, что половина из них, а то и больше, ведут активный образ жизни. Вот мы и альбом создали. Он и называется так «Преемственность поколения», потому что ветераны посещают и трудовые коллективы, посещают и школьников, и рассказывают про эти годы лишения, и период войны, период восстановления народного хозяйства. В этом альбоме и наказы есть ветераны Великой Отечественной войны, и дети благодарят за то, что живут под мирным небом. За каждым ветераном закреплены у нас и трудовые коллективы, закреплены и у нас общественные организации, это и «Белая Русь», и БРСМ, и волонтерские отряды. О цивилизованности общества всегда судят по отношению к старикам. Они не просят звезд с неба, им нужна всего лишь посильная помощь и, главное, общение.